Друзья, всем привет! Я Таиса Джасуля. Рада вас пригласить на мой стейджинг-проект по Tribal Fusion Майфарки, который состоится на Киев Tribal Fest 17-19 марта. Здесь, в этом видео, я вам расскажу про костюм для этого стейджинга. Это то, как он выглядит, мы разберем, из чего он состоит и как вам это сделать. Я придумала костюм так, чтобы он вас вдохновил, чтобы он максимально эффектно смотрелся на сцене и чтобы вы могли его легко собрать и сделать самостоятельно. Очень надеюсь, что он вам понравится, вдохновит, и вы присоединитесь к нашему следующему проекту. Я завязываю пучок. Последнее высоте не очень высоко, не очень низко. Я креплю на вот такую шпильку, очень удобно под нее потом подсовывать все пряди. Для прически нам понадобится 4 косы. Начинаем с тех, которые будут висеть спереди. У меня все на таких шнурках, вот я их складываю рядом и привязываю. Потом идет та коса, которая вокруг головы. Привязываю. И та, которая образует пучок под платок. Эту четвертую обкручиваю вокруг своего пучка. Ту, которая предназначена головы, прокладываем вокруг головы. Можно также ее приколоть вокруг волос. Основа для головы готова. На эту основу наматываем платок на верхнюю часть. Красиво себе платок боковой и красиво ее распределить так, чтобы она была видна чуть-чуть, но в то же время не сильно торчала. Прячем узел. Вот мы сформировали объем вокруг с такими прикольными кисточками. Еще один важный лайфхак – это прикалывать такие длинные косы, чтобы они не болтались во время выступления. Берем лапку и прикалываем. Отлично, теперь они колоты и будут вести себя всегда так, как вам нужно. Переходим к остальному костюму. Так. Как видите, основа костюма – это черные велосипедки, самые обычные, не максимально длинные. И вот такие вот кисточки, они делаются просто из ниток, буквально за полчаса. Просто привязываем. Следующий вот такой передник. Это может быть просто кусок красной ткани в бело-черную полоску, в крайнем случае нужно нарисовать. Собственно, приблизительно вот такой длины я его беру, я прячу просто в велосипедки. Просто-напросто прикалываю. Он у меня просто для очень многих целей, поэтому я не хочу из него ничего конкретного шить. То есть он у меня просто на булавке. Следующая штука – это передник. Он разрисованный, вы можете найти что-то с похожим узором, если вдруг у вас есть, или нарисовать. Собственно, вот так это выглядит. Вот. И тоже прикалывается на булавке. Как вы видите, правое бедро мы оставляем немного свободным. Там. Вот такой передник, темно-красная ткань, желательно плотная типа дяди, с узором. Узор рисуется определенной просто черной краской. Вот эта передняя часть оборачивается вокруг бедер, то будет ставить. Узор я вам пришлю. Топ, сверху вот такой вот красный треугольник из такой же ткани, что и передник, который у нас юбочка, и тоже с узором, он крепится поверх черного топа, обычный черный топ, мой бархатный, и к нему просто прикреплен сверху вот этот красный треугольник. Топ у меня на бретельках, и треугольник крепится на отдельном колечке. Самая обычная косынка завязана так, чтобы он был полностью кругом. И хвостики просто оставляем висеть. Следующий элемент – это пояс крайка, черно-красно-белый. Вот, ну, его просто повязываем. Можно повязать, можно тоже заколоть булавкой, чтобы узел не был слишком большой. Я заколю. На поясе вот такие у нас могут быть баламбошками. Следующий элемент – металлический пояс с разными бляхами на нем.
еще немного украшений на голову. Можно добавить какой-то крупный металлический элемент. У меня вот такой пояс. Я вот тут узнаю другой крючок. Камни прячу внутрь. И еще один элемент на шею. Такой же передний, как у меня здесь. И он тоже на булавке. Вот, получается такой колоритный воротник стоечки. И сверху на него я называю конфетную дошевляку. Голова здесь готова. Руд. Красные нитинки. Можно с пальчиками, можно без. Наши любимые браслеты на плечи. Браслеты металлические и деревянные на предплечье. На предплечье деревянные длите, меленькие, не крупные. Ну и, конечно же, колечки. Куда же без них? Друзья, собственно, здесь костюм готов. Давайте пробежимся еще раз, что в него входит. Мы танцуем босиком. Конечно, очень красиво было бы красный или черный маникюр-педикюр. Черные велосипедки. Вот такие вот нам нужны два кусочка красно-бело-черной полосатой ткани на воротничок, стоечку и на нижний передничек небольшой. Потом идет вот такая прямоугольная юбка имитация украинской запаски с росписью черной. Или если у вас есть подходящая ткань, можете взять ее. Потом идет черная капюшон, очень красивая, если она будет бахромой, просто завязываю. Поверх этого надеваем красную краевку, можно с вот такими баламбошками. На голени повязываем шнурочки с кисточками. Надеваем металлический пояс с нашими любимыми трайбл подвесками. На руки у нас идут красные нитинки, можно с пальчиками, можно без. Браслеты металлические и красные деревянные кольца, браслеты на предплечье. Все, что в доме есть самое красивое. Можно все красивое и сразу из металлического и красного. Вверх у нас идет лифчик черный у меня, потом черный топик. И поверх него вот такой красный треугольный топик с росписью, повторяющий роспись, которая у нас идет на переднике. На шее у нас вот такая стоечка из прямоугольника, такой вот как передник. Поверх него колье с какой-нибудь металлической пряхой. И на голове у нас две косы выходят вперед, одна вокруг головы. И внутри у меня, потом у меня косынка, которая обмотана поверх еще одной косы, которая собрана в пучок вокруг своего одного пучка. Серьги также красные и металлические, и такие. Макияж самый обычный, смоки айс можно с красным, красным. Собственно, вот весь костюм. Очень надеюсь, что он вам понравится, вдохновит, и вы присоединитесь к нашему следующему проекту. Сам мастер-класс будет 17 мая, это пятница, и гала-концерт, на котором мы с вами этот стейджинг станцуем, будет 18 мая в субботу. Всех очень жду, всем пока!